посмотрим, что дальше. Так, подъем нужен нам, подъем. Вот тут тоже, походу, памятник стоял. А вот тут что-то написано. 30 года. 05-05-2000 год. Блин, тут где можно подняться? Не могу, да? Спуститься, спустился, теперь не могу подняться. Так, попробуем вот здесь подняться. Или может дальше пройтись. Красота. Камни какие-то вообще непонятные, красного цвета. Идем дальше. Ох, блин, сколько тут вообще конфет. Ногу можно сломать, так что осторожимся. Красота тут реальная. Водичка вообще рубинового цвета. Красотища. Вон там, походу, вольера стоит. Так, там тоже, походу, еще один памятник. Сейчас взглянем. Да, еще один памятник. Сейчас посмотрим. Так, Дорошенко Андрей Николаевич, 1968-2010. Интересно. Походу тоже рафтинг здесь ничего не написано. Да, тут на рафтингах много людей утонуло. Вроде доехали, дошли, вернули. А, вот этот мост, а там трасса на Гузелитель. Этот мост мало кто вообще знает. Я тоже только вот сегодня узнал обратно.
что иметь в виду. Так, все, поднимаемся наверх. После снега реально тут скользко вообще. Фух. Надеюсь, братья без меня не уехали. Фух. Офигеть. Вообще идеальное место. Чтобы снимать фильмы тут. Или сфоткаться. Кому как. Здесь тоже вообще красивый, идеальный. Так что добро пожаловать. Кто еще не был в Адыгее, приезжайте, смотрите, исследуйте. Кому как. А я пошел к брату. Надеюсь, они не уехали без меня. Короче, вот там мост. С моста, короче, выезжайте. Поднимайте сюда. И вот здесь очень красивое место есть для отдыха. Вообще. Гнездышко. Так что приезжайте в гости. Вон там братья мои. Хотя бы искали меня. Да, вообще четко. Это братья мои. Яляр! Сейчас сезон охоты. А, сезон охоты еще есть. До 31 декабря. До 31 декабря? До января. На кабана и на... И что, я могу приехать, короче, сюда и завалить кабана, хочешь сказать? Есть где-то их. Справа снял. Да я тут уже снял, да. Я тут полчаса стоял, конечно. Я тут... Целую историю, целую легенду расскажу. Да то, что мы есть вот ауви интервью. Я тебе, короче, охотников. У них не машины там. Они не местные. Судя по походке, я вижу, что они не местные. Местные еще ходят. Да нет, вон они сейчас 61 регион сядут. Да, 61-й регион. А, это класс. Посадок стоим. Да, поехали. Короче говоря, все, едем домой. Валерчик, как всегда, на позитиве. Адамчик. Можешь рассказать что-нибудь? Для Инстаграма. Ты у нас блогер, если я ошибаюсь. Ну, места. Гузерибский район. Район слияния двух рек. Реки Киша и реки Белая. Сейчас едем в направлении со стороны Гузерибка в сторону Хамышков. То есть на Майков. Трасса Гузерибки-Майков. Снег уже растаял, погода плюсовая, сезон охоты еще не закончится, до 31 января, вроде бы. Но мы не охотились. Да. Мы так,
поселфились, все такое. Да, как обычно. Особенно Валера любит селфи. Да, не подумайте ничего плохого. Селфи — это ничего плохого. Ну да. Не переключайтесь. Да. Подпишитесь. Вот это вот у нас камышки. Кому интересно, можете тоже посмотреть. Вот, нарушают все охотники. Да, это они. Да. Вот это гостиница, правда? Море? Да, 5,5. Да ну, он, если за 5,5 купишь гостиницу, он, думаешь, оправдается тут? Почему не оправдается? За сколько оправдается? Года 3. Года 3? Да. Интенсивная работа. Блин. Оправдается, а я вообще. Там прав. Здесь уже оправдается. Вот впереди это монах. Там монашка, а за ней монашонок. Ты про это имеешь? Горы. А, горы. Реально монахи, короче, живут походу. И там есть пещера сквозная, вот там. И она вся внутри сталактиты, сталагмиты однозначно, и там еще горный хрусталь. С потолка прям свисает. Где это? Вот там. Вот там? Монашка, да, на монашке. Монашки? Да. Вот тут гостиницы в камышках. У этого на 7 с четверга начинается, ага. У него уже пруд будет. Ну вот. Перешли вот здесь перекусить. Так, все это получается у нас район Трезубец. Очень красиво. Авана. Вот этот родничок такой. Валера, рассказывай. А вот сбоку повязал. Все, хватит уже. Да тут сырости это все. Темно. Просьба не сорить. Да видненько здесь. С вашей стороны поприколи. Вот дорогу видно. Вообще реально, да, тут отдыхать, и свежий воздух. Горный свежий воздух. И вот так вот решили перекусить. Валера говорит, тут медведи водятся. Да, Валер? Вот они. Его завалит. Ладно, перекусим.